освобождения наполнил сердце мне. Буду верить я, буду верить я слабости своей. Скажу: Господи, я силен. Буду верить я, буду верить я слабости своей. Скажу: Господи, я силен. Господь, ты мой покров, защита и любовь. Здесь нет ни освобождения, наполни сердце мне. Буду верить я, буду верить я слабости своей. Скажу: Господи, я силен. Буду верить я, буду верить я слабости своей. Скажу: Господи, я силен. Господь, ты мой покров, защита и буду верить я, буду верить я слабости своей. Скажу: Господи, я силен. Защита и любовь, без меня освобождение.
слабости своей скажу: Господи, я силен, буду верить я, буду верить я. Слабости своей скажу: Господи, я силен. Буду верить я, всегда буду верить я тебе, слабости своей скажу я, Господи, я силен, буду верить я, буду верить я, слабости своей скажу, Господи. Посреди моего
Свою царство твое.
falso, но твои слова любви скажу, но твои. Я люблю тебя, я люблю тебя.
люблю тебя, я люблю тебя, душа. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, душа. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, душа. У меня нет любимчика, у меня нет красавчика. Все любимые дети, любимые красивые мои красоту. Я люблю тебя в лучший твой день, я люблю тебя в день плача. Я люблю тебя в каждой победе твоей. Битва, люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя в каждый твой день. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя в любимый день. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Я хочу дышать, будто без различия разорвать.
хочу бежать, я хочу бежать. Боже, не хочу холодной стать. Я хочу лететь, я хочу лететь. Мира притяжение одолеть. Я хочу летать, я хочу летать. Спаситель мой Иисус, тебя хочу познать. Я поднимаю глаза и вслед за сердцем лечу. Заботы все свои в тебе забыть хочу. Хочу в тебе, Господь, заботы все забыть. Хочу в тебе, Господь, врагом благословить. И я могу в тебе простить своих друзей. Своей любовью ты мне душу обогрей. И измени мой ум, и обнови мехи. О, Боже, сделай, сделай, сделай это ты. Открываю глаза и вслед за сердцем лечу. Заботы все свои в тебе забыть хочу. Хочу в тебе, Господь, заботы все забыть. Хочу в тебе, Господь, врагов благословить. И я могу в тебе простить своих друзей. Своей любовью ты мне душу обогрей. И измени мой ум, и обнови мехи. О, Боже, сделай, сделай, сделай это ты. Я закрываю глаза и вслед за сердцем лечу. Заботы все свои тебе забыть хочу. Хочу в тебе, Господь, заботы все забыть. Хочу в тебе, Господь, врагов благослови. И я могу в тебе простить своих друзей. Своей любовью ты мне душу обогрей. И измени мой ум, и обнови мехи. О, Боже, сделай, сделай, сделай это ты. Я хочу лежать, я хочу лежать. Буду безразличия разорвать. Я хочу бежать, я хочу бежать. Боже, не хочу холодной стать. Я хочу лететь, я хочу лететь. Мира притяжение одолеть. Я хочу летать, я хочу летать. Спаситель мой Иисус, тебя хочу познать. Я закрываю глаза и вслед за сердцем лечу. Заботы все свои тебе забыть хочу. Хочу в тебе, Господь, заботы все забыть. Хочу в тебе, Господь, врагов благословить. И я могу в тебе простить своих друзей. Своей любовью ты мне душу обогрей. И измени мой ум, и обнови мехи. О, Боже, сделай, сделай, сделай это ты. Я закрываю глаза и вслед за сердцем лечу. Заботы все свои тебе забыть хочу. Хочу тебе, Господь, заботы все забыть. Хочу тебе, Господь, врагов благословить. И я могу в тебе простить своих друзей. Своей любовью ты мне душу обогрей. И измени мой ум, и обнови мехи. О, Боже, сделай, сделай, сделай это ты. Я закрываю глаза и вслед за сердцем лечу. Заботы все свои тебе забыть хочу. Хочу в тебе, Господь, заботы все забыть. Хочу в тебе, Господь, врагов благословить. И я могу в тебе простить своих друзей. Своей любовью ты мне душу обогрей. И измени мой ум, и обнови мехи. О, Боже, сделай, сделай, сделай это ты. Твоя привет.
иди ко мне. Жаждет тебя душа моя, жаждет тебя душа моя, жаждет тебя душа моя, Господь. Жаждет тебя душа моя, жаждет тебя душа моя, жаждет тебя душа моя, Господь. Жаждет тебя душа моя, жаждет тебя душа моя, жаждет тебя душа моя, Господь. Жаждет тебя душа моя,
тебя прошу. Милость твоя превыше небес, ты один творец чудес, мой Господь. Душа моя, Господь. Спасибо за все, Господь, даже за жажду. Душа моя, жаждет тебя, душа моя, жаждет тебя, душа моя, Господь. Жаждет тебя, душа моя, жаждет тебя, душа моя, жаждет тебя, душа моя, Господь. О, жаждет тебя, душа моя, жаждет тебя, душа моя, жаждет тебя, душа моя, Господь. О, Господь. Да, ты моя глубина.
глубина, да ты моя глубина. Обними и прижми к себе, обними и прижми к себе, обними и прижми к себе, отец, так нуждаюсь я. Обними и прижми к себе, обними и прижми к себе, отец, так нуждаюсь я в тебе. Обними и прижми к себе, обними и прижми к себе, обними и прижми к себе, отец, так нуждаюсь я в тебе, так нуждаюсь я. Да я нуждаюсь я тебе, да нуждаюсь, 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 нуждаюсь я. О, как нуждаюсь, 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 да нуждаюсь, 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 да нуждаюсь. Нуждаюсь, 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 нуждаюсь я. Не знаю, как вы, а я нуждаюсь, 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 нуждаюсь. Нуждаюсь, 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 нуждаюсь в тебе. Обними и прижми к себе, обними и прижми к себе, обними и прижми к себе, отец, так нуждаюсь я в тебе. Хотим видеть славу Твою, Господь, хотим видеть славу Твою, Господь. Мы Твои дети, мы хотим видеть Твою славу. Хотим принимать славу от Тебя, Иисус. Хотим видеть. Открывай глаза сердца, Господь. Хотим видеть Твое царство. Хотим видеть Тебя, Твоего Духа, Твоих ангелов. Хотим видеть, как много тех, которые с нами, Господь. Как много тех, которые с нами, Господь. Которые с нами. Здесь, прямо вот, прямо сейчас и здесь. Те, которые с нами. Хотим видеть сердца исцеленными, хотим видеть свободными, свободные лица. Лица освобожденные любить. Когда маска зверя снята с нас. Когда это неправильное отождествление снято с нас. Когда, наконец, это сокровище, которое Бог поместил в нас, оно будет сиять открыто. И никто не сможет сбить тебя с толку, убедить тебя, что ты не тот, кто ты есть. Когда каждый из нас, Господь, мы будем знать, мы дети твои, мы на тебя похожи. Может, миру не нравится что-то, но мы на тебя похожи. Мы на тебя похожи. И мы не отдадим это ни за что.
мы не отдадим этого. I love Jesus. I love Jesus. So my God, Jesus. Отец, мы просим Тебя, восстанавливай отождествление наше. Я провозглашаю, что Дух Святой закрывает уста обвинителя, который лгал Тебе, который говорил, что Ты плохой, что Ты плохой. Я провозглашаю, что Дух Божий, Он сражается за истину, Он сражается здесь, вот ожидает истину для каждого сердца. Для каждого сердца Он утверждает эту истину. Он говорит: ты похож на меня, ты мой, ты мой, ты мой, ты мой, ты мой, ты мой, ты мой. Ревностью я вас любил. Ревностно люблю тебя. Ревностно. Если бы ты только видел, как могуча моя любовь, ты не переживал бы больше ни одной секунды, ни одной минуты ты бы не потратил на суету и страх. Ни одной минуты бы ты не потратил на непрощение. Ни одной. Настолько велика моя любовь. Ревностная по тебе. Дьявол бы не смог тебя обокрасть ни в чем. Не смог бы украсть у тебя ничего, если бы ты согласился видеть и принимать мою любовь. All the love and door. Эрмия куанде дэр. Он дэхан эсэйн. Поэтому Павел молился о том, чтобы Бог просветил глаза сердца, чтобы нам увидеть, что уже сейчас нам принадлежит. Не будет в будущем, а сейчас. Что Бог действует в нас той же самой силой, которая воскресила Иисуса из мертвых. Той же самой силой, которая действовала через Иисуса, когда Он действовал на земле, той же самой силой Он наделил тебя и меня. Той же самой силой. Бог делает определенную работу здесь, сейчас, в этом периоде. Бог совершает свою работу. Бог совершает свою работу. Бог очищает нас. Бог очищает нас. Это Его, да, это Его желание. Он вскрывает. Наташа видела два видения. Одно было, она видела, как будто бы она молилась сверху над ямбом, да, ты была как будто. И она увидела, как будто камень, как будто камень был отвален, и оттуда полезли червяки. И это что-то, что скрыто. Но наступает момент, и Бог, Он делает тайное явным. Он достает что-то, чтобы очистить. Он удаляет вот эту вот тайну, снимает покров. И через наши сердца начинают проявлять себя какие-то качества, которые нам самим неприятны. И потом она видела другое видение. Через время, да? Тут же. Она увидела ту же самую картину, но только теперь из земли стали расти плоды. Она увидела, как усики, как винограда, но это было как будто клубника, да? Как земляника. Короче, что-то вкусное в любом случае. Что-то выросло. Поэтому просто я говорю в утешение каждому сердцу, кто
кто проходит переплавку. Ребята, если рука Божья тяжела на вас, значит, вы дети. Значит, вы дети. Значит, вы не просто какие-то на улице там ходят, что хотят делают, а вы дети. Бог с вами занимается. Он вас любит. И поэтому Он вас очищает. И Он очищает вас, чтобы вы были счастливы. Чтобы вы были счастливы. И сейчас Бог, Он позволил какой-то тьме встать, подняться. У многих, может быть, я знаю, есть испытания. Но я хочу сказать, это часть процесса. Часть процесса. Это хорошо. Это хорошо. Я вот видела, Виолетта может потом поделиться, как Бог просто сам коснулся ее и сам действовал, и освобождал ее сердце. Вчера другая девочка тоже получила такое же прикосновение. Бог фактически суверенно сам вынул что-то изнутри нее, какую-то боль, какую-то острую штуку вытащил. И я хочу сказать, если вы даже вот сейчас переживаете какую-то подобную работу, какую-то подобную, Виолетта опять переживает подобную работу, похоже. Положите на нее руку кто-то рядом. So my God, Jesus. Я хочу сказать, что Бог, Он просто суверенно освобождает свой народ. Он суверенно сам освобождает свой народ. Это чудесная работа Святого Духа. Это чудесная работа Святого Духа. Это чудесная работа Святого Духа. Это сладкая работа Духа Божьего. Это то, на что, может быть, у вас ушли бы годы. Но там, где вы позволяете Богу вытащить что-то и освободить вас, на это уйдет очень мало времени. Это просто короткий миг. Короткий миг. И это будет уходить. То, что терзало изнутри, то, что мучило вас, оно будет уходить. Потому что Бог ревнует о каждом ребенке. Бог ревнует. Ему не нужна просто шоу, просто помпезность, просто видимость. Ему нужна настоящая, без препятствий, слава, которая течет через наше сердце к Нему. Ему нужна любовь в действии. Ему нужна настоящая, практическая любовь, которая по-настоящему видна, очевидно, действует. Поэтому, Господь, Боже, действуй. Действуй, освобождай нас. Освобождай. Знаете, труднее получить тем, кто марку держит, кто пытается выглядеть, кто, может быть, занимает какие-то духовные посты, типа меня. Знаете, но на самом деле Дух Святой настолько сладко хочет детям своим помогать. Потому что Он знает, что без Него мы не можем делать ничего. Ничего. Что? А, пробки вынимает. Наташа говорит, он еще показал, что Бог пробки вынимает из ушей. Я, кстати, могу тоже сказать «да», потому что я получила тоже слово о том, что Бог очень сейчас, Он очень хочет, чтобы мы слышали Его, слушали Его, чтобы мы были внимательны. У нас слово было на молитве «Аэродинамика». Он мне показывал, что орел, он... Знаете, нету орлов с такой большой головой, как у Эйнштейна. У орлов крылья большие и нервная система. И он крыльями своими учит взаимодействовать с ветром. Он учится аэродинамике. Он слова такого не знает, а учится. Он не знает всех этих формул, которые он использует. Не знает, но он их использует. Он использует эти законы, которых он не предполагает вообще. И Дух Святой сказал: аэродинамика, аэродинамика. Он сказал: изучайте мою аэродинамику. Изучать. Церковь должна изучить божественную аэродинамику. Она должна изучить динамику Духа, динамику ветра Божьего, динамику Божьего движения. Потому что в нем намного больше мудрости, намного больше силы, чем в том, что мы пытаемся достичь своими усилиями и усилием своего, аллилуйя, мозга,
Homo sapiens. Летать учатся. Homo sapiens. Учатся летать. Я не рыба, но плаваю в водах твоих. Я не птица, но верой могу летать. Я не дерево, но имею плоды. Я не книга, но можешь меня прочитать. Аэродинамика. Это чувствительность к ветру, чувствительность к духу. Это школа духа. Это чувствительность и послушание Богу. Чувствительность слышания, развлечения, согласие, согласие очень важно. Аэродинамика. Орлы, орлята учатся летать. Я помню, мы малые были, Света, Инна и я. У бабушки была кровать такая, знаете, с пружиной. Бедная кровать, знаете, старые кровати, железные эти такие стенки, вот не стоят эти фигурные такие, да, панцирные. Да. И на ней там куча матрасов. И подушек, еще помню, куча подушек, а сверху обязательно гипюровая такая накидочка. Помните? Помните? Такое несколько подушечек, маленькая наверху, а сверху накидочка такая. Вроде она что-то то ли красоту создавает, я не знаю, что. Ну, в общем, короче, было. Я помню, что... Инка, помнишь? Светик, помнишь, как мы «Орлята учатся летать» пели? И вот мы там, короче, «Орлята учатся летать». И помню, припевали, что с дивана прямо на кровать. Так вот это вот в такой простоте есть сила. Вот в этой незажатости. Вот знаете, что дети учатся быстрее и легче, пока они в школу не попадут. Потому что знаете почему? Я сейчас вам откровение только что получила. Потому что в школе оценки ставят. А до школы нет. До школы все равны. А в школе начинаются оценки. И приходит напряжение. Да. Аллилуйя. Пашенька, ты готов? Пашенька нам сейчас расскажет, что Бог делал в Одессе. Что делал Бог в Мариуполе.